Один человек погиб в автомобильной аварии в Тагучинском районе. Машина такси на трассе выехала на встречную полосу и столкнулась с «Тойотой». Все произошло мгновенно. Водитель иномарки не успел среагировать. Момент аварии попал в объектив видеорегистратора автомобиля, который ехал следом за «Тойотой». На записи видно, что избежать столкновения было практически невозможно. Удар оказался такой силы, что из кузова иномарки вылетел двигатель. Сейчас полицейские выясняют причины происшествия, почему водитель такси выехал на встречную полосу. Женщина 70-го года рождения, которая находилась в «Тойоте Корине», она погибла на месте. Также оба водителя были госпитализированы. Также пассажиры обоих автомобилей тоже были госпитализированы, в том числе пассажир несовершеннолетний, 16-летний подросток. Еще одна крупная авария произошла в Новосибирске. Водитель грузового тягача не уступил дорогу машине скорой помощи, которая двигалась со включенными проблесковыми маячками. Столкновение тоже было лобовым, пострадал фельдшер. Пожилой пациент, находившийся в этот момент в скорой, травм не получил.